Забыл сказать. Сегодня Серега, мой помощник по саду, сказал такую удивительную вещь, что Марсик лазит по деревьям. Ну, конечно, это бред какой-то. Я не верю. То еще лирик тоже. Не, ну то, что Марсик может, я могу поверить. Лирик, конечно, нет. С его коротенькими лапками. А ну, команда, пошли узнаем, правда это или нет. Пошли, Лирик. Пошли, Марсик. Пошли. Пошли. Лирик. Лирик, пойдем в сад. Пойдем проверим. Не хочешь? Не хочет. А ну пойдем, проверим тебе. Лирику мы предложили. Серега! Пошли. Сейчас ли? Узнаем, что это за... Такая байка, что Марсик лазит по деревьям. Все что угодно, могу поверить. Ну, такую ерунду. Серега! Серега! Ну, вот тебе и Серега сказал. И куда-то исчез. Где же он есть? Серега! Надо позвонить ему. Тут в саду попробуй найди. Ну все, я выключаю, позвоню. Сейчас мы выясним. Сейчас мы выясним, на какие деревья ты лазил. Пойдем, найдем, где он там есть. Наш Серега. Марсик, пойдем. О, Сереж. Привет. Слушай. Здрасте. Ты мне рассказывал, что Марсик лазил на дерево. Это что, шутка или что? Да нет, вон на черешню лазил. Подожди, а ну пойдем, покажи на какую. Че, прям самым настоящим образом на вот эту черешню он залазил, что ли? Ну да, и в том году залазил. И в том году залазил? Да, у меня даже в блокнотике записано. Подожди, а ну, что там у тебя записано? Да брось ты этот веревку, что тебе мешает. Слышишь, Марсик, что за дела? Ну, а что, расскажи, как это, что было? Ну, в сад вышел, а он на дереве сидит. Вот на этом? Ну да. Ага, интересно. И что, высоко залез? Ну, где-то на середину. На середину? А что ж он тут? Что он тут потерял этот? Не знаю, он на гнездышко, видать, птичку хотел. Гнездышко есть, я вижу. Подожди, ну-ка, где она там? О, плохо, вот на солнце. Ну, сейчас я зайду с другой стороны. А вон, да, прям в А он тут крутится, глянь. Марсик, а ну показывай, как ты. А, вон она, гнездышко, да? Вижу, вижу. Так что, на одно дерево залазил? Ну, только на одно видел. Ага. А вот там еще он что-то интересовался. Вот, на тех деревьях тоже. Ну, там вот на акации. Тоже. Видел? Гнездышко. А, гнездышко. Вон, прям большой он на самом макушке. Слушай, ну подожди, и что ты, что за блокнот ты, расскажи мне. Ну, это я записываю, что делаю, что делать надо. Ага. Ну и тут вот записал то, что Марсик 12 марта вот залазил на дерево. 12 марта? Ну да, вот, а сегодня 13-е. Ну это в том году и в этом году он залазил. И получается, что каждое 12 марта он залазит на дерево, так ну, получается? Получается так. Это ты как раз 12-го опрыскивал эти, ну, да? Виноград? Ну я виноград опрыскивал, акации белил. И заметил, что он залез на это дерево, ну, да? Ну, был бы телефон с собой, я бы заснял этот момент. Ты... А чё ж ты так вот? Ну, так вот, на зарядку поставил. Слушай, ну, 12, а сегодня 13-е, блин. Так подожди, получается, что каждый год 12 числа у него традиция залазить на дерево, да, получается, у Марсика? Ну, привычку вошло. Привычку вошло. И ты не записал. А как мы людям докажем, что он залазил на дерево? Ну, теперь того года ждать. Того года теперь только? Ну что, будем ждать? Ну, Марсик. Так, он пошел, слышишь? А ну пойдем туда. Вон, вот загадка Марсика. Пойдем, Сереж, быстрее. Ты понимаешь, что происходит? Глянь. Может, он и сегодня полезет. Смотри, он интересуется птицами. Везде, где есть птицы, а там же у нас, видишь, скворечник. Скворечник же, видишь? О, куда убегаешь? Куда убегаешь? А ну-ка, стой. Стой. Марсик. Ах ты ж. Вон, оказывается, в чем. Вон, каждого 12 февраля. Марта, февраля, да?
Марта. Он каждое 12 марта, значит, залазит на деревья. А знаешь почему? Это противостояние Сириус, Плутон и Юпитер. Когда они на одной линии стоят, я читал об этом в интернете. И в это время некоторые собаки залазят на деревья. Потому что вот на это дерево ему легко подняться, очень даже. Вот, где этот самый. И он тут крутится все время. И потом смотри, он куда пошел. Давай за ним проследим. Посмотри, Сереж. Вот мы идем за ним. Видишь, он. Так, пусть он нас не видит. Куда он подойдет сейчас? Вон еще, смотри, видишь гнездо? Вон она. А он туда пошел как раз. Он как раз туда и пошел. Ну-ка, молчи, сейчас поглядим, залезет или нет. Так, блин, нашел время, когда... А ну, смотри. Видишь? Так, тихо, иди. Смотри. Он нас не видит. Полезет или нет, интересно. Вон оно гнездо. Вот, оказывается, тайна мастера. Ну что, нет? Ну, давай, лезь. Марсик, лезь. Так, а сегодня же 13-й, да? Сегодня он не полезет. Блин. Ну, чего стоит? Сегодня же нет противостояния. Равнодействия. Жалко, целый год ждать придется. Целый год. Ну вот, подходит. Подходит. Марсик, ну лезь. Ну, Марсюнчик. Блин, нет. Все-таки Сириус и Плутон дают ему эту энергию. А сейчас они, видите, ушли из равнодействия. Ну что, Марсен, их народ ждет, блин, от тебя подвига. Ну, полезешь? Ну, давай я тебя подсажу. Иди, Марсик, ты ж на это дерево залазил? Марсик, иди, я тебя подсажу. Иди, давай. Тебе главное начать. Ну, давай. Давай, залазь. Залазь. Ну, давай. Ну что ты? Не хочешь, да? Ну, блин, как же тебя заинтересовали. Не, видишь, сегодня 13-е. А по 13-м числам собаки не лазят на деревья. Ну что, будем ждать 12-е. Это год 365 дней, да, получается? Ну, Сергей? Да. Ну ты смотри, в следующем году 12, ты меня заранее, ладно, и приготовь камеру. Хорошо. И обязательно снимешь. Смотри, вот это дерево, вон оно, гнездо. Короче, мы везде камеры поставим, троих. На какой-то он должен полезть. Там, где скворечник, и вот на ту черешню. Так, ну что, Марсик, ну, что ты там побежал туда? Марсюник. Рыб нету, сегодня что-то прохладненько. О, пока я отвернулся. Марсик, оказывается, ты можешь лазить. Ну-ка, аккуратненько не упади, я сейчас подойду. Глянь, на будку залез. Значит, на деревья ты точно умеешь лазить. Что? Вот он, пожалуйста, залез. Марсик, а мы не верили, что ты можешь лазить. Оказывается, ты какой умничка. А? И смотрит вперед. Что ты там видишь, Марсик? Да ты умничка, да ты наш золотой. Ты можешь лазить на деревья. Все, теперь я верю в чудеса. Запиши, что Марсик и 13-го залазил на дерево. Вот сейчас только его видел на этом, на ивушке. Записываешь? Смотри, значит, каждого 12-го и 13-го подходишь ко мне. И мы снимаем его. Марсюн, ну ты чудо, ты молодец. Ты просто, не знаю даже... Что ты? Скалолаз, не скалолаз, дереволаз ты, короче, да? Древолаз. Марсик. Марсюник. Ты где? Тебя понесло. Видимо, решил повыображать. Мы тут... Марсик. Ах, и на камень залазит, и на дерево, и на будку. Какой прям. Звезда, конечно. Так, ты... А вот смотри, на то дерево сейчас полезет. На тютину. А ну-ка, идем к тютине. Да ты умничка, залез, блядь. О, ну что ж ты слез, Марсик? Марсик. Да ты умничка, глянь. Ты на какую залез даже, а?
Да я не ожидал-то. Я не верил Сереге. А ты, оказывается, и правда можешь лазить, а? Марсенчик. Ну, сейчас пойду расскажу нашим зрителям, какой у нас чудесный пес. И тут Марсика понесло. Он начал залазить на все деревья подряд. Ну что ты? Запыхался немножко, да? Ну, понятно, по деревьям лазить. Иди сюда. Иди, Марсик. Иди на мост, заходи. Ну что, будешь еще лазить? Ну, что-то тебя сегодня прям пронесло на деревья. Вот, еще к одному побежал дерево. Хватит, Марсик, все уже, а то я боюсь, упадешь еще. Все, сегодня не лазь больше никуда. Вот это испытание селфи-палки у нас произошло. Что она снимает? Оказывается, увидели, как Марсик по деревьям лазит. Я Серега давно рассказывал об этом, но я как-то не верил. Думаю, да ну байки какие-то, ну как это собака, это ж не кошка. А сегодня своими глазами видел, да и вы видели. О, какие чудеса, вот какой у нас Марсюнчик. Все, сейчас селфи-палки неудобно, выключаю. Где тут